Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, и это инди-хоррор под названием Father's Day. Здесь почему-то не хватает апострофа в названии, не знаю почему. Возможно, не нужно, возможно, забыли. Это опять Emica Games, это игра как предыстория или как ответвление от игры, забыл, как называется, но там тоже что-то было связано с отцом, а страшная хорошая игра. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Давайте посмотрим, что у нас как игра на русском. В игре есть достижение за то, что ты в нее вошел. Спасибо! Спасибо, добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Shift работает, нет? По-моему, нет. Короче, не знаю, насколько я понимаю, этот хоррор будет не про побегушки, не про какие-то догонялки, а чисто про атмосферу, чисто про скримеры, чисто про то, чтобы немножечко под обосрата, мягкий знак, ся. Вот. Мягкий знак, а знаешь почему? Потому что что делать? Обосраться. Вот, в вопросе что делать всегда ставится мягкий знак. Запомни, это тебе пригодится, чтобы не выглядеть безграмотным. Такие дела, что-то долго я иду. Father's Day. А вот есть апостроф, понял, а там не было. Так, что заставляет людей возвращаться в прошлое? Почему они не могут его отпустить и жить дальше? Хорошие философские вопросы задаются, не знаю. Не знаю, возможно, игра нам об этом расскажет, возможно, игра нам поможет разобраться, возможно, она ответит на данные вопросы. Родительский дом, первое свидание, семейный пикник, поход на городскую ярмарку с ребенком. Это теплые воспоминания, только если ты счастлив сейчас. А если нет, то эти воспоминания раздирают твою душу и не отпускают. Ты хочешь туда вернуться и быть снова счастливым, но не можешь. Как вариант, как один из вариантов. Типа, знаешь, ностальгия, раньше было лучше, вот это, знаешь, все вот эти детские хорошие какие-то ощущения. Они, типа, ты думаешь такой, ой, сейчас-то вернуться, все бы было вот так. На самом деле, надо наслаждаться тем, что есть сейчас. Как исправить одну роковую ошибку, изменившую твой мир? Ну, как бы, вряд ли как-то можно, потому что это было в прошлом, а прошлое не вернуть. Фил, ты должен. Должен, хорошо. Фил — это наш главный герой, правильно? Филипп или Фил? Фил в смысле чувствовать, а? Английский язык, да. Акт первый. Прошлое не изменить, освободи будущее. Хорошо, я, собственно, об этом говорил. Прошлое не изменить. Надо наслаждаться настоящим моментом, настоящим временем, потому что, как часто бывает, ты думаешь, что что-то происходит, раньше было лучше, а потом вспоминаешь тот момент, когда был вот этот момент, ты думаешь, о, блин, а было не так уж и плохо, хорошо. Акт первый. Я умылся. Я, судя по всему, художник, либо шахтер, потому что от меня вся раковина черная. Есть фонарь? Фэ, нет фонарь. И чё? А, на левую кнопку. Я открою, как было, чтобы не заблудиться. Ладно. Так, а подожди, коридор очень сильно похож на этот. Как. Вот если вот так вот посмотреть, было бы окно пошире, был бы вылет этот, как его называют, та игра-то от Кодзимы была, там типа одна просто игровая демка была. Типа все думали новый Silent Hill, а оказалось, что нет. Очень похоже вот это место. Очень похоже. Прям вот вылитое практически место. Да? 16, а что так темно? Это какая-то глубокая зима. Мальчика, который пропал 6 дней назад, нашли местные жители. Он был обнаружен в заброшенной хижине за городом, недалеко от парка. По словам мальчика, его похитил мужчина в одежде клоуна, когда он был на празднике с папой. А что же папа не следил? На шкрях орудует маньяк, который похищает детей. А что же папа не следил, интересно? Зачем он взял мальчика на вечеринку и не следил за ним? Надо было взять его с собой, таскать за руку, привязать к ремню, ремнем к ремню, и все было нормально, нет? На сколько, интересно, будет первый скример? Просто у меня кое-что заготовлено, чтобы скример раз такой, и мы такие, опа. Так, это коридор. Коридор. Эта игра тоже типа... ПТ, во, вспомнил, пяти. Playable teaser. В смысле? Да? Да? Нет. И чё, никого нет? Я пока не вижу себе никакого за... Да кто-то дышит. Не вижу никакого задания, не чувствую никакого вызова, просто пока ходим. Ну, возможно, эта игра в стиле ПТ, нужно ходить туда-сюда и ловить скримеры постепенно, которые будут появляться, будут прирастать, будут нарастать. Может, на картинке надо потыкать. А может быть,
Надо посмотреть рекламу. Хочешь освоить профессию графического дизайнера? Создавать самые красивые в мире логотипы, превьюшки для видео, упаковку для любимых чипсов или еще чего покруче? Онлайн-школа дизайна Contented обязательно тебе в этом поможет. В школе доступно более 10 направлений дизайна, но лучше всего начать с базы, например, с курса «Графический дизайнер с нуля до проуровня». Огромное количество студентов этого курса уже осваивают все необходимые для работы инструменты – Photoshop, Figma, Illustrator, а также изучают 5 ключевых направлений – айдентика, дизайн упаковки, веб-сайты, Motion и 3D. Но главное, в школе уделяют большое внимание реальному опыту, что важно для поиска работы в дальнейшем. Сообщество единомышленников, участие в конкурсах, а еще тут стажировки и много практики на реальных задачах от известных дизайн-студий и IT-компаний с обратной связью от наставников. А карьерный центр Contented помогает каждому студенту найти работу или выйти на фриланс. Практика — это вообще особое отличие Contented от других школ. Тут ты можешь выбрать любой из 3 доступных тарифов обучения. Базовый, VIP или оптимальный, где есть консультации с экспертами по темам курса и онлайн-воркшопы. Ну и, естественно, бонус. По промокоду Куплинов вам будет доступна скидка в 45% на любой из тарифов курса. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку, применяй промокод и вперед в творческое будущее. А мы продолжаем. А? Как оно, да? Вот так вот. Так что это... Хочешь стать графическим дизайнером, то ссылка в описании. Там все тебе помогут, все тебе разберут, все там научат, и будешь вообще красавчик. Будешь делать всякие картиночки прикольные, дизайники там всякие, что-то оформлять. Хорошо, может быть, какая-то даже работа или что-то. Почему бы нет? Алло! Какая злая собака. Алло! Никого нет дома. А где все? Leave me alone. Оставь меня одну! Оставь меня одну! Это с какой квартиры? Алло, у вас там все нормально? Походу, дело там какие-то разборки и какие-то проблемы у кого-то. Так, ну и чё? Я так и буду ходить по своей квартире. В свою звоню. А, вот еще что-то. Полиция разыскивает мальчика. Он не вернулся домой с прогулки. Имя Джей Джей, возраст 10 лет, рост 51, кавычка. Тип телосложения, среднего телосложения, цвет глаз серый. Последний раз видели в понедельник, 19 июня 2000 года. Колл-центр полицейского управления по телефону 707-264-8141. Не надо туда звонить, это разработчик. Сам себя наклеил, ну потому что сам себя не наклеишь, кто тебя еще наклеит? Никто тебя больше не наклеит. Что делать? Пока ничего не ясно. Пока хожу туда-сюда, слышу Leave Me Alone, читаю записочки, показываю рекламки. Вот такие вот пока нынче времена. Интересно очень, что произойдет дальше. Лабораторные. Винсент Л. Старк. Лабораторные работы. Это решебник? Это ГДЗ? А кто-нибудь вообще сейчас пользуется ГДЗ? Они вообще сейчас... Раньше помню, когда я учился еще... в каких-то классах были ГДЗ, существовали, готовые домашние задания. Когда учебники были одинаковые каждый год, там типа можно было списать и все. Я, правда, не пользовался никогда, но, знаешь... Нет, подожди, у меня, по-моему, был один раз ГДЗ, то ли для математики, то ли для чего-то такого, не помню для чего, по-моему, для чего-то такого, вроде для математики. И я тут ничего не списывал. Я не помню, зачем. Я то ли ее покупал, то ли она где-то у меня как-то достала. Что делать-то? А сейчас есть ГДЗ? Нет, сейчас кто-нибудь в школе учится вообще. А то сейчас все раз, и никто не учится. Что делать, блядь? Ладно, дверь закрою, пойду на улицу. Можно так? Мне кажется, гениальная идея. Я закрыл дверь, пошел. Вот позвонить. Нет? Да иди, твою мать, и что делать? Я не люблю хорроров, в которых непонятно, что происходит. Лампочку выкрутить, соседям навредить. Лес, лампа, лес, туалет. Может, надо было что-то включить, помыться, в зеркало посмотреться, посрать, я не знаю, помыться, закрыть дверь, остаться здесь, взять сраные штаны или что-нибудь в крови в какой-то, что ли. Звуки какие-то есть, но ничего не происходит. Я не знаю почему. А-а-а!
Окей, теперь можно выйти на улицу, правильно? Шифт здесь, кстати, не работает. Бегать нельзя. Пойдемте по темным углам теперь смотреть. Ну, он такой не при этот фонарь. Вот знаете, товарищи разработчики. А кто закрыл дверь? Товарищи разработчики. Идеальным решением в играх, в которых графика сейчас не отличается от фона, было бы какая-то небольшая подсветочка, такая, знаешь, легенькая, такое какое-то, такое сияние, мягкое, плавное, чтобы не особо выделяющееся, это очень хорошо. Нет времени отвлекаться, нужно продолжать работать над проектом. Над каким? А ты над каким проектом работаешь? Что за проект у тебя? Расскажи мне, я тебе помогу. А, ни хрена, ты делаешь портал, серьезно? Я потратил на разработку своей машины времени несколько лет, финал уже близок. А, с машиной времени подойду, времени потратил несколько лет. Туду! Что сделать? Непонятно. Он прям реально делает машину времени в подвале? Нужно забрать заказ. А мы царя здесь будем вызывать? Я где-то видел подобный сюжет. Ученый один сидит, делает машину времени. Так, прошлый год. Какие-то непонятные графики. Встреча в 15.00. Тайм-менеджмент, тимбилдинг, туалетная ситуация. Что значит туалетная ситуация? Так, а какой заказ-то? Мне там должны были что-то принести? Вот видал, вот серьезно, вот не подсветился фонарик, вот столько времени просто пустую. Да, иду. Столько времени просто. Да не звони, пожалуйста, там звонок так сильно не работает. Бля, какие упорные. Я иду, иду, все, иду. У меня просто нет бега. Я по квартире не бегаю, я молодец. Спасибо большое. Это что, транзисторы? Так, а это что такое? Что это такое? Это моя посылка. Да, закрой дверь. Бляха. А что у нас за квартирка такая непонятная? У нас двухэтажный какой-то пентхаус или что? Потому что я, по крайней мере, не вижу спальни, не вижу кровати. Я вижу просто вот какую-то... Где он спит? Вот тут, на коврике каком-то. Как-то все это не очень хорошо выглядит. Так, ладно, я принес к машине времени коробку. Что он мне дает? Что там вообще в этой коробке? Блин, на твой транзистор. Все? Все? Ну, я тебе говорю, этот... Иван Васильевич меняет профессию, вылитый. Так, я запускаю машину. Ага. Ждем царя. Сейчас вылезет царь. Нихуя, пойду сам. И что мне это дало? Вселенная бесконечна? Мы куда-то переместились? Ну, я не знаю, как бы вот так вот просто взять и перейти через машину времени неоттестированную. Это какой-то бред. Мне кажется, нас ученый дурачок немножечко. Ну вот, ну перешел ты, и чего ты добился? Теперь ты непонятно где находишься, непонятно вообще сработало ли. Ну, помещение то же самое, разве что компьютер отключился. Может, еще раз ее запустить? А, нет, книжка эта появилась страшная. Пока ничего не понятно. Акт второй. Они думали, что внутри безопаснее. Окей. А, то есть мы все-таки попытали. Генри 0317. То есть они все-таки, наш главный герой все-таки попытался каким-то образом изменить прошлое. А, Генри, осмотри этот дом. В соседнем парке пропал ребенок. Нам нужны любые зацепки. Принято. Генри, так понимаю... Да, полицейский. Хорошо, пойдем. О, здесь шифт есть. Так, тыковы по 2 доллара. Готовимся к Хэллоуину. Блять, я потерял свой фонарик. Вот подсвечивается! Вот почему фонарик не подсвечивался? А? Чё за обман? А где ты его потерял? Может, в машине взять? Взять. Окей. Просто приехал. Приехал поверху дома, ворует канистры. Сейчас он справится, уедет нахуй. А чё его эти расследования? Зачем я взял? Есть какой-то инвентарь, так? Ну как же полицейский без фонарика? Это же нельзя. Фонарик это обязательно. Фонарик и как минимум дубинка. Мы приехали к какому-то заводу, который торгует тыквами, чтобы спросить, не ворует ли он детей. Но если у него есть костюм клоуна, значит, скорее всего, ворует. Если нет, значит, нет. О, фонарик. Ты же здесь фонарик тоже подсы... Спасибо! Разработчик прям на ходу мне допиливает обновление. Полиция, откройте дверь!
Он прям на ходу мне запиливает, понимаешь? Я играю, он как будто прям, знаешь, админ какого-то онлайн-проекта. Я такой сижу, а он такой автоматически все под меня подписывает. Ну и правильно. Я сказал подсветку. Может быть, просто он забыл там что-то подсветить. Типа он везде что-то подсвечивает, а здесь вот не подсветил. Ну, бывает такое, забыл. Это для того, чтобы влиться, наверное, в атмосферу вначале, и фонарик не был подсвечен. Откройте дверь! Это обычный заброшенный дом, тут давно никто не живет. Это он по рации говорит. Хорошо, оглядите вокруг. Вот этого не было. Ебать, думал, НЛО летит какое-то. В смысле? Дайте выйти. Ничего подозрительного, да? Манекены закрыли проход. Ладно, там был проход в какой-то этот, как он? В какой-то дворик, по нему сходим туда. Я все-таки думаю, что если ты куда-то подошел, ничего не случилось, значит, нужно идти дальше. Вроде как активные места подсвечь. Опа. Кому понадобилось привязывать лестницу? Тому, кто туда лазит, нет? Типа, человек живет в вагончике, привязал свое имущество, чтобы не спиздили. Райончик-то темный, мало ли что случится. Сегодня ты ее не привязал, завтра ее спиздили. Все, конец. Конец, нет лестницы. Здрасте. Опять дьявольская книга, да посмотри. А можно здесь присмотреться как-то? Последнее, что я могу сделать, это попросить твоей помощи. Помоги мне вернуть их. Это он сатану вызывал? Ничего не выходит. Я делаю только хуже. Она пришла ко мне, но не такая, как прежде. Она злится. Я нарушил их покой. Мне нужно все исправить. То есть чувак вызывал сатану или зомби, и пошло что-то не так. А может быть, всю семью. Ну здесь шифтиками... Здесь шифтиком я буду пользоваться, наверное. Опа! Да-да-да-да, сиди не будет. Это я тебе должен туда постучаться, чтобы у тебя все быстрее получилось, а не ты мне. Я-то не в туалете, зачем ты меня пугаешь? Игра вроде как часа на полтора, если я ничего не путаю, или в районе двух. То есть за одну се... Кто-то сидит наверху! Нужно найти лестницу, чтобы подняться на чердак. Но лестницу я знаю где. Игра вроде часа на полтора, на два, так что за одну серию мы ее не пройдем, если что. Так что обязательно возвращайтесь на вторую серию, чтобы узнать, чем все закончилось. И не сейчас уходите с этой серии, а когда она закончится. Понятно? Так, спички. Взять. Возможно, спичками мы сможем себе поджечь веревочки на лестнице. А что, изнутри дверь нельзя открыть? Тут кто-то живет. Подожди, пицца, черви... Яичница какая-то, или это масло засохшее. Костерчик горит. Слышь, чё? Чучело! Выгляни маленько, я посмотрю на тебя. Да там манекен, наверное, такой же сидит. Музыку слушает, диванчик. Здесь диван есть, там дивана нет. Подожди. А, так у меня есть бензин и спички. Я сейчас подожгу и... Не бойся, я не тебя. Подожгу да сниму. Ты ходишь? Такое чувство, что мне сейчас должны были по башке ударить. Прям вот серьезно. Ну, я не знаю, но манекены ходящие меня пока не... Он идет за мной? Это SCP, нет? Пока что они меня не пугают совершенно. Ага. Очень бесстрашный полицейский на самом деле. Бля, жуткое место. Блин, а можно поближе посмотреть на превьюшку на мою? Прям вот, ну поближе, пожалуйста, подойди, Генри. Генри, подойди поближе, я хочу посмотреть. Пока ни одного скримера не было, вот это типа лучшая превьюшка. Я, конечно, могу ее приблизить, могу увеличить размер, но она будет вся мыльная.
виновный в аварии на шоссе 58 дал показания. Я определенно видел, что девочка выбежала на дорогу, чтобы забрать свою игрушку. Я хотел уйти от столкновения. Виновный был в алкогольном опьянении и не помнит, что произошло после аварии. Напомним, что в результате аварии произошло воспламенение легкового автомобиля. Женщина и ребенок не смогли выбраться из машины. В доме чисто, я не нашел никаких доказательств. Генри, возвращайся на... возвращайся на базу. Так, ну ты превьюшка. Нет, ты скучная превьюшка. Это была долгая смена, мне пора отдохнуть. Нет, это скучная превьюшка. Так, ясно, меня хотят провести именно той дорогой, которой хотят, потому что другая дорога закрыта. Значит, будут скримеры. А, в смысле, меня заперли здесь? Значит, через этот. Вот превьюшечка моя. Жила стоит. Может быть, ты достанешь дубинку или пистолет, скажешь, руки вверх, стоят на месте. Генри, ты какой-то странный полицейский, я тебе серьезно говорю. Ты прям странноват. Как бы это живой человек, ты пришел на выезд, ты пришел по сигналу. Опа. Кажется, я что-то нашел. Ебать, голова пустая. Сержант полиции Генри Андерсон был направлен провести осмотр окрестностей парка, но во время операции он перестает выходить на связь. Да слыхал звук? Блять, просто бестолковка пустая. Я тебе говорил. Акт третий. Да, смотри-ка. Твой кошмар — это реальность. Я прям как чувствую. Здесь сколько-то несвязанных поначалу между собой историй, которые свяжутся в конце. Или мы сейчас опять будем играть за чувака с машиной времени. Да. Фил 0327. Стало попозже, да, там было 0.17. Акт третий. Бай достижение. Вот это игра, вот это мне нравится. Достижение за достижением, красота, красота. Так, давайте сразу возьмем фонарик. Вот видишь, он не мигает. Вот это, кстати, ну серьезно. Блять, дети соседские достают постоянно, что-то орут, что-то бегают. Ночь на дворе, эти уроки учите, в конце-то концов. Эмма еще не разбирала почту, нужно подменить конверты. Зачем? Ты что, мелкопакостник какой-то? Твой брат Джонатан. Эмма, мне так жаль. Я хочу помочь тебе в поисках Джей Джея, но я также могу тебя уверить, что мальчик просто заигрался с друзьями и не предупредил тебя. Он скоро вернется, твой сосед Фил. А зачем он это делает? Может быть, ему брат ей брат написал, что все плохо? Да я понял! А что цифры все перевернулись? Get out of my house! Убирайся из моего дома, мразь. Что там такое происходит? Она качается? Или что? Или что? Я не пойму, где мой этот? Вот этот вылитый ПТ, все. Только вот здесь столик должен быть. А куда туалет-то пропал? Становится немного страшно, поэтому мне нужен туалет. Что-то у меня дом поменялся. Ну вот, хоть где поспать теперь есть. Дай пройду. Есть теперь где поспать. Ебать телек. Colorful. Цветной. Хуе, сад, ЛГХ. Выключить, включить. Вот этот телек. Целый компьютерный раньше был. Open. Открой, открой дважды. Раз. Два. Лев, колдунья и волшебный шкаф. Так это Нарния какая-то? Причем тут Нарния и два раза открыть. Немножко не... В Нарнии же просто шкаф был. Открываешь и идешь. А здесь что? Мы, получается, прошли в параллельную вселенную, правильно? И он не понимает, что... Он не понимает, что он не дома. Да? Блин, а приюшечку-то можно реально какую-нибудь? Страшную. Дети с красными глазами не особо страшные. Он попал в какую-то вселенную. Нужно найти...
Нужно найти недостающую часть. Мишку надо найти. Ебать, жесть, какая страшная. Блин, если бы я играл один без записи, было бы страшно. Было бы прям не по себе от таких звуков. Ну и где этот медведь может быть? Эта картина тоже напряжная. Она прям так палит, прям так косится. Кто-то телек включил. Или это дождь? Нет, это телек. Не, ну так реально без звука, оно так напряг... Оно так напряжно, как будто кто-то хочет на меня броситься. Так, зажигалка. We the unwilling train... Окей. Пришло время зажечь свечи. А хули их зажигать-то, они ж горят. Или какие-то другие. Не зажигается. Это, наверное, сгоревший, прогоревший. Бля, вот это тоже страшная фотка. Где-то, наверное, под одной свечой будет медведь. Но дичь прям полная происходит. Прям крипота криповая. Какие-то странные надписи. Звонок больше не работает. Заперто, нужен ключ. Так, Эмма, мне так жаль, окей. Это то, что мы подменили. Если в этом доме ничего не подсвечивается, ключ мы не найдем никогда. То есть нам сначала нужно найти ключ. А вот медведь. Это человечек. Нужно найти ключ. Потом с помощью ключа открыть шкатулку. Потом в шкатулке взять медведя. Потом отнести его туда. Я просто не понимаю, с чем можно взаимодействовать. Здесь так много предметов. Коробки, ящики. Где из них может быть ключ? Решетки, бля. Решетки, по-моему, снаружи надо ставить, нет? Окей. Пойдем в подвал зажигать свет. Точнее, не в подвал, а туда. В смысле? А где моя Нарния? А, два раза надо открыть, все, я понял. Действительно. При втором открытии появляется новый коридор. А какие свечки надо зажигать? Может, чуть-чуть выбирать? А, вот, зажглась. 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 Только здесь надо зажигать? Кто-то там так громко топает. А здесь уже горят. Так, херня, камушек, фотка, книжка, ножик, херня, камушек, череп. Не хватает медведя. Здесь все горит. Ты мне предлагаешь все свечи в доме зажечь или что? Ну эти типа я зажег, окей. Блин, эту Нарнию надо закрывать, нет? Или можете оставить так? Здесь свечи горят, эти прогорели. Ну все, что можно было зажечь, я зажег. Никакого ключа мне пока не дают. И выйти тоже не дают. Буду звонить себе, может, что получится. Вот опять тупик. Опять туда-сюда ходить, пойдем назад. Я просто, возможно, где-то свечу пропустил, но вроде как нет. Я так понимаю, что вот эта клякса, это просто воск. Хотя нет, он свеча есть, но она растаяла уже все. В этой игре, когда я буду ее это выкладывать, нужно звук. Звук обязательно поставить на максимум. Ну не на максимум, а на этот, как его.
чтобы его было слышно. Иначе без этого будет совершенно другое ощущение. Звук прям нужен полный. Чтоб тебе было сыкотно просто от одного звука. А потому что от одного звука здесь реально как-то не по себе. Все вот эти вот шорохи, скрипы. Да, блядская Нарния. Да в смысле? Таракашки бегают. Я не знаю, где ключ. У меня нет вариантов для ключа. Он говорил, пришло время зажечь свечи. Я зажег. Может, выключить фонарь, без него виднее будет что-то? Может, подождать, пока они прогорят? Хотя они вроде не убавляются. Хотя нет, они убавляются. Подожди, они были длиннее. Да, они были длиннее. Наверное, уже пару раз ходить туда-сюда. Здесь без фонарика хотя бы точку видно. Видно, куда я нажимаю. Ну, вариантов вообще у меня ноль. Остается только реально сходить туда-сюда. Потому что свечка как минимум на две трети сгорела. Ящики не работают. Давайте ходить без фонаря. Может, что-то где-то просто мелькнет. Я, в принципе же, все здесь знаю, что где находится. Туалет вот реально пропал куда-то. Возможно, ключ в туалете. Здесь свечек нет, да? Когда выходишь, что это, блядь, за звук? Жесткий такой. Да ну нету ключа, я где его найду вам, серьезно? Пойдем еще раз посмотрим на свечки, сгорели, не сгорели. Да не шепчи ты мне сейчас, не до тебя. Может быть, как-то так же, как с фонариком, где-то лежит, я его просто не вижу. Так, окей, закроем Нарнию два раза. Раз. Здесь нет ключа. Два. Сейчас еще раз сходим, посмотрим внимательней. Два. Может, он висит где-то на крючке каком-нибудь? На петельке, на стенке? Ну смотри, свечки стали еще меньше. Но я не думаю, что это правильно ждать, пока прогорят свечки. Это слишком долго. У меня, может, реально какой-то инвентарь есть или что-то где-то я могу сделать. На все картинки и все книжки я нажимал. Серьезно? Ну, бляха, это вообще непримечательная картина, в смысле? А что ты так быстро побежал? Я как-то... Я замолчал, потому что думаю такой, ладно, я помолчу, поищу, потом обрежу. И как только я замолчал, сразу пришло решение. Хорошо! Как только что-то где-то будет не получаться, я сразу буду молчать. Это демон стоит, смотри. Ну да. Меня таким не напугать. Это все херня. Как только что-то я не нахожу, я сразу замолкаю, и все сразу само находится. Так, вот тебе и медведь, окей. Упала кукла. Ха, спасибо. Еще одна доставка. Странная, страшная книжка. Так, сначала дверь открыть, закрыта. А, еще один транзистор. Я ничего не нажимаю. Алло.
Блять. Он уже здесь. Ужас. А мне транзистор-то для чего дали? Для машины времени? Так у меня ее еще нет. Или она там сейчас появится? Не хватает планшетки. А, это херня, которая водится с дырочкой, да? Сейчас найдем. Блин, ну я вообще не ожидал, что картина пустая работает. Я помню тот день в парке. Ты хотел пойти на аттракционы, но мы договорились сделать это после пикника. Ехать было недалеко. Слитно написать, кстати. Если что, недалеко. Если нет противопоставления через союз А, такие слова пишутся слитно. Если было недалеко, а близко, тогда было раздельно. Если просто недалеко, то тогда получается слитно. Товарищ разработчик. Товарищи зрители. Зачем? Блять, кишки поехали. А, от каждой свечки провод проведен. А я вообще не обратил внимания, просто думал, что это херня какая-то. Вот поэтому оно не открыто. То есть я мог вообще вначале этот сейф найти, а потом понять, что нужно свечки. Хорошо. Опа, вот тебе и планшетка. Пойдемте. Блять. Пойдемте вызывать сатану. А что осталось делать? А как? Как теперь вызвать сатану? Мне перекрыли ход туда. Ад! Так подожди, это же не ад, это моя мастерская, да, нет? Нужен пароль. А пароль мне скажут на спиритической доске, это понятно. Нужен, да понятно. Пойдемте связываться с бывшим хозяином этой комнаты. Он скажет нам пароль. О, коляска уехала. А, это кверх ногами. Бляха, может быть, ты на превьюшку пойдешь ко мне, нет? Ну нет, а это тот клоун какой-то, он был посолидней. Один, четыре, ноль, 14:08. Ага. 14:08 это, по-моему, такой фильм ужасов прикольный. Надо, да зачем сейчас на два раза открывать? Ну что это за дичь? Типа, ладно, до этого. Голова, голоса в моей голове. Они смотрят за мной. Он уже здесь. Чё там? А, 14:08. И куда манекен пропал? Так. 1-4-0-8. Опа! И мы переезжаем в следующую локацию, правильно? Что? Зачем ты меня повернул? Опять нужен ключ? Сколько тебе ключей-то надо? Так, я вставил предохранитель? Вроде вставил, судя по звуку. Не хватает рычага. Так, а во всей квартире больше не было ничего запутанного. Я вроде все открыл, все везде прошел. А теперь мне не хватает ключа и рычага. Это типа очередной рычаг в этой, как ее, в шкатулке. А для шкатулки нужен ключ. А где здесь ключ, непонятно. И мысли, кстати, вообще ноль. А игра сохранилась? Нет? Когда она сохранялась в последний раз? Загрузить игру. Загрузить игру, загрузить сохранение. Третьего акта! А!
А, подожди, третий акт. Мы же были кака, подожди. Нам нужно сходить взять ключ. И по идее все. Это я просто долго искал, поэтому долго получилось, правильно? Получается правильно. Ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим, а я допройду, получается, дотуда, и мы, соответственно... Автосохранение работает только между актами. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем встречи в следующей серии, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.